Итак, мы уже собрались, и мы очень сильно опаздывали, поэтому ничего не успели снять. Вера уехала на ноготочки, а мы с Дианой сейчас едем в очень интересное место. Побудем там немножечко, и мы уже опаздываем очень сильно. По идее, мы должны были быть там в 2, а уже 2:10, а нам ехать еще 13 минут. Вот, я надеюсь, что нам ничего не скажут, и все будет нормально. Так что увидимся уже сразу там. Мы прибежали, и на самом деле нам ничего не сказали. Здесь очень-очень добрый став. Вот, и сегодня мы будем играть в гольф. Па-пам! Это, кстати, первый раз в моей жизни, потому что я никогда не пробовала, и мне очень-очень интересно. И я прям уже хочу начать играть. Диана пока заполняет анкету. Okay. It's like a rose wine, but it's not alcohol. Fortunately, unfortunately. Мы с Дианой пьем безалкогольное вино, розовое. О, кстати, tastes like wine. Очень круто, вкусно. Да. No, I don't know. You don't know my words. No. You know Cristiano Ronaldo? Ah, yes, I know. Okay. He's same. Good for football, right? Mm. Tiger Woods is good for golf. Ah, okay. Ну что, Сия, какая тебе игра больше понравилась? Обе. Было очень классно вообще, на самом деле. Мы, оказывается, переходим в VIP-рум. Я пошла не туда. We go this room? So я была там. So what we do is we all hold left hand on top. Okay, with the thumb pointing straight down to the club. Okay, so the thumb has to go. It's actually okay. The motion is actually good, you know. Так красиво смотрится еще. Нам принесли меню, и я сейчас буду смотреть, что здесь есть. И здесь просто огромный ассортимент. Мы поели, и на самом деле я съела 3 роллинки, и чуть-чуть попила супчика, вот, и все. Было все очень вкусно, но я жду чизкейка. А ты, Диан? Я тоже жду чизкейка. И сейчас, я не знаю, мы должны еще куда-то сходить. Это был мой первый экспириенс, и мне понравилось очень играть в гольф. Ты бы поиграла еще раз? Ну, я бы тоже поиграла еще раз, даже больше, научилась бы еще раз. Да, я бы тоже, кстати, научилась. Поэтому, если я вдруг все-таки поеду в Корею, надо будет научиться играть в гольф. Это реально интересно. А я теперь представляю, если играть в открытых больших полях. Угу. Это вообще, мне кажется, кайф. Это намного круче. Да. В общем, мне очень-очень понравилось, и место реально топ.
А, кстати, первые кадры, которые Диана сняла, это были всего лишь первые две мои попытки, которые вот я первый раз в жизни взяла. Как это называешь? Клюшку в руки. Если это клюшка, кстати. Да. В общем, это был первый раз в моей жизни. А потом я такая стала играть, и все были в шоке. Правда же? Да. Все ее, ну, этот тренер похвалил ее очень. Да. Сказал, что за 30 лет его работы он первый раз увидел такую талантливую девушку, как я. Да, у нас все молодец во всем почти. В спорте. В спорте, да. Да. Ну ладно. Но остальные игры все были хорошие, просто Диана не сняла. Ну что, мы с Дианой уже доигрываем, собираемся домой, потому что нас ждет Вера. Она уже возвращается со своих ноготочков. Вот, мне очень понравилась игра, и теперь все. Я хочу заниматься гольфом. Насчет этой игры, кстати, она идеально подходит для компании, если вы пришли там вдвоем, троем, четвером. Если кто-то вдруг будет в Дубае, вот ссылочка на их Instagram. Вы можете также приехать, поиграть. Я думаю, что вам также очень-очень сильно понравится. А сейчас мы поехали!